Так, ну что, мы с помощником продолжаем ремонт автомобиля. Вчера я только загрунтовал, и как бы день на этом кончился. Ходи-ка. Ну, в общем, вот такая вот. Поставил заплатки с нержавейки на заклепки и замазал черным. Меня! Герметиком, конечно, себе, конечно. Вот такая вот получилась петрушка. И тут еще дырочку расковырял. Там был лючок. Этот технологический. Меня! И расковырял там такую нормальную дырочку. И в общем как бы получилось неплохо. Завтра буду мазать пушсалом, с маслом заливать. И хорошим слоем таким заливаю. Ничего, ни одну машину уже залил. Прям с пистолета. Но тут я кисточкой буду мазать. Все дело закроется. Повоняет немножко, но недолго воняет. И будет... С этой стороны у меня будет все прекрасно. Такая вот получилась у меня заплатковое дно. Герметик черный, поуретановый, стекольный, по-моему. Но держит смертельно. Ну все, теперь покажу уже, когда будет итог, финал.